В осінні дні так хочеться сонячного тепла. Жителя мікрорайону Даманський поталанило. У них відтепер є сонячна галявина, котра радуватиме незалежно від пори року. Так посеред багатоповерхівок з'явилась оаза для відпочинку. Модерний сонячний годинник, зручні лавки, впорядковані доріжки допоможуть релаксувати у стрімкому ритмі міста. На важливості цього соціального проєкту наголосив директор північного комбінату Андрій Левіцький. Наше тяжелое время Северный горно-обогатительный комбинат, который входит в группу Мединвест, продолжает выполнять свои социальные запросы. Уже в этом году, в 2014 году, мы заканчиваем воплощение наших проектов согласно программе «Город нашими руками». Из 8 проектов 7 уже завершены, на завершение еще один. Дорогие друзья, я хотел бы поблагодарить за поддержку народного депутата Павлова Константина Юрьевича. Ведь без энтузиазма, без активной работы не было бы вот этой красоты. Генеральний директор комбінату вручив грамоти ініціаторам, керівникам та виконавцям проекту. Усі причетні до його реалізації упевнені, їхня робота не залишиться без людської вдячності. І ось хвилююча мить. Перерізається стрічка. І гамірна малеча та задоволені дорослі оцінюють сонячну галявину. Я всем довольна, и то, все, что делается в нашем микрорайоне. Спасибо руководителям, спасибо организаторам. Всем большое спасибо. Нравится, но мы боимся, чтобы его баллончиками и петардами не заброшали. Все, что делается у нас на Даманском, это, конечно, очень хорошо. И пусть молодежь наша стремится, чтобы было все в чистоте, в порядке. И оценили все это. Мне нравится эта площадка. Я буду гулять здесь с друзьями. Очень нравится, потеплеет. Будем ходить на выходных и в буднях по вечерам и с утра с ребенком отдыхать. Хотелось бы, чтобы облагораживали улицы нашего родного микрорайона Даманский, чтобы было светло, уютно, красиво. Харизматичний ведучий, запальні виступи творчих колективів перетворили відкриття галявини на веселе свято.